Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Сегодня я поведаю одну из методик очищения касторовым маслом. Вот наше касторовое масло. Обязательно покупаем его в аптеке. Обязательно смотрим на сроки. Оно должно быть свежее. Если вы уже его открывали, такое масло через месяц уже не годится. Оно также стареет и окисляется. Касторовое масло – это натуральный продукт. Здесь нет никакой химии. Изготавливается оно из растения. Поэтому для 90% людей оно полностью безвредно. И хорошо работает с кишечником, очищая его от всей нечисти и ядов, которые скопились на стенках. Очищение касторовым маслом необходимо проводить в выходные дни. То есть, если вы работаете, то в субботу или воскресенье этим занимайтесь. Так как прослабления могут длиться до одних суток. У некоторых даже и больше. Такое очищение гонит из кишечника различные отложения, шлаки, иногда билирубиновые зеленые камни. Вторым ингредиентом сегодня будет выступать льняное масло. Также оно должно быть свежее, купленная в аптеке, желательно первого холодного отжима. Итак, накануне вечером как можно меньше кушаем. Далее утром встаем. Далее оба масла необходимо подогреть на водяной бане. Или поставить их просто в хорошо теплую воду, пусть они минут 20 прогреются. По одной столовой ложке этих двух масел добавляем в наш стакан. Также можно туда налить небольшое количество воды. Одну столовую ложку. Кипяченая теплая вода. Все тщательно перемешиваем и утром натощак выпиваем. Некоторым выпить даже такое количество небольшое будет очень трудно. Также оно имеет неприятный запах и привкус. Приготовьте лимон или свежий корень имбиря, чтобы быстро перебить это неприятное чувство. Все, выпили, можно полежать минут 30. В этот день рекомендуется или вообще не есть, то есть не кушать, если вы хотите очень хорошее очищение. Или можно легенько кушать примерно через 3 часа. Начинайте и 3 раза в день очень легко кушаем. Если вам нравится данное видео, ставьте мне лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями этим видео и будьте здоровы!